Добрый день, дамы и господа, любители и профессионалы боевых искусств. Вы смотрите «Планета Дзюдо» YouTube-канал, на котором размещаются различные видеосюжеты о дзюдо во всех его проявлениях, о боевых искусствах во всех их проявлениях. За кадром голос мой. Я Роман Карасев. Сегодня я хочу рассказать вам одну небольшую сказку. Сказка «Быль», давней намек, добрым молодцам урок. Как-то собрались животные и стали обсуждать, чей хвост лучше. И вот белка говорит: мой хвост самый лучший. С помощью этого хвоста я могу спрыгивать с ветки и использовать его как парашют, а могу в холодные вечера укрываться им. Разве кто-то имеет такой хвост? Павлин посмотрел на белку и сказал: эх ты, белка, к ядре не пене твой хвост. Вот мой хвост, это хвост. Посмотри, я его когда распушу, раскрою, он такой весь цветной, такой весь красивый. И все бабы-павлинихи на него клюют. Все. А также я им укрываюсь от солнечных лучей в знойную погоду. Вот это хвост. Посмотрела на это все обезьяна и говорит: да разве это хвост? Вот мой хвост, всем вашим хвост. Я могу этим хвостом бананы срывать с пальм и кушать, жрать. Все. А еще я могу этим хвостом цепляться за ветки и с помощью хвоста перепрыгивать с одной ветки на другую. Вот это хвост. Он и кушать мне дает, и страхует меня. Посмотрела на это все лошадь и говорит: что же это вы говорите? Хвосты ваши никому не нужны. Вот мой хвост, всем вашим хвостам хвост. Я этим хвостом мух и слепней отгоняю. Вот так вот кручу им и все. Вот это хвост. Полезная штука. Мимо ползла ящерица. Посмотрела снизу и говорит: ну не дураки ли вы? Хвостами тут меряетесь. Чей лучше? Посмотрите на мой хвост. И что же, сказали другие звери, твой хвост вообще ничего из себя не представляет. Да? Ну вот схватит кто-нибудь вас за ваш хвост, и куда вы денетесь? И все, крышка. А меня кто схватит за хвост, я и отпущу этот хвост. У того, кто меня схватил, хвост в руках, а меня-то нет. Вот это я понимаю, хвост. Каждый делает выводы по-своему. Спасибо за внимание. До новых встреч.